один человек, давно-давно мне знакомый и близкий, школьная моя однокашница. Через 2 года, мы встречались долго, лет 5 назад, да, Наташа? 40 лет спустя собрался на 6 выпусков из 3 классов. Но песню я писал раньше, через 2 года после того, как школу закончил. Значит, такая встреча называется. И когда я не пел, я вспомнил почему-то. Давненько мы не собирались за тесным дружеским столом. Мы где-то по свету мотались, оставив встречи на потом. Да мы немного постарели, всего каких-то 40 лет. Еще для нас стучат копейки, еще для нас встает рассвет. Да мы, конечно, постарели, всего каких-то 2 лет. Еще для нас стучат копейки, еще для нас встает рассвет. Ты помнишь тонкую девчонку, заря вставала над Москвой, трепал цветастую юбчонку весенний ветер озорной. Она теперь кому-то мама, кому-то верная жена. Но почему же так упрямо все вспоминается она? Впрочем, все это пустое, минувшим днем святая даль. Привыкли просто мы с тобою делить радость и печаль. Ставим прошлого картинки, сегодня повод есть такой. Давай, дружище, по старинке тихонько вздрогнем по одной. А хотим прошлого картинки, сегодня повод есть такой. Давай, дружище, по старинке тихонько вздрогнем по одной.